Play. Кстати, я знал, что то, что это мой первый скин, это Шелли. Оказывается, второй скин это Роза, третий это какой-то маленький медведь. А четвертый не видно. Меня запросило перезайти. А, я обратно появился. Я вам покажу свои скины. Без записи я уже плюс 2 скина был, плюс 3 скина получил. Вначале у меня был Шелли, потом Роза, потом... Прочитаю. Меня я не так сильно разбираюсь в Бравле. Опять перезайти. Из-за того, что запись, что ли, идет. Мне перезаходить. Вот. Я даже Wi-Fi отключил и включил. А вы знаете то, что в Brawl Stars можно играть только с подключенным интернетом? Там. Я не понял. Я каждый раз переживаю. Я аж перезашел. Наконец-то. Вот. Смотрите, какие у меня скины. Вот. Эй. Видите? Шелли, она у меня с первой. Шелли у меня с первого. Это начальный боец. Это уже второй боец. Ее зовут Роза. Кстати, а вы заметили то, что Шелли похожа на Розу? Что это вообще такое? А вы заметили, сколько у меня кубков? Уже 95. Ё-ё-ё. А вы меня сейчас слышите? Просто я не слышу, браво. Перезайду. Что
У меня вообще не, даже в Вайбере не было слышно. Я обязательно это видео просмотрю перед тем, как выкладывать. Вы ничего не слышали. О, канализация. Мне нужно в канализацию. Мне очень сильно лагает. Команда моя, выиграй! Нам нужно выиграть. Браво! Я выиграю, моя команда Б. Фак. Я надеюсь, вы не видите того, как меня лагает. Комбо еще использовать будут, похоже. Не меня убили. Ну все им бесполезно, как бы. 2-1 и. У них тут. Ох, это передо мной, как бы. О.
Этот скин может быть скоро. Это легендарный вроде как. Двадцать, тридцать, сорок, 60, да. Соточка, да? У меня уже, видите, аж 103 кубка. Это что-то с чем-то. Плейтес, бигби. И почему я не посередине? Мы должны выиграть. Кстати, а узнали, мне, похоже, начинает бравлик нравиться. И вообще, это Шелли. Это как бы вроде бы как Сэнди. Это заставляет меня задуматься. Ёлки-палки, я уже... Думать откладываем. Думалки, придумалки, откладываем. Бесполезно. Exit. Мюр. И секундочку. Биг бокс. Шелли. Нита. Знаете, домой. Ого-госи. Вот это прокачанный. Я по сравнению с ним не знаю, как кто. Как лох. Может, будем прощаться? Всем пока.